Доброе утро, ранёхонько! И вот цифра этого утра. 6500 билетов на концерты фестиваля «Золотой шлягер» разошлись, как горячие пирожки. Самыми популярными оказались открытие фестиваля и, конечно же, концерт джазовых мировых звезд. В этом году в Могилев приехали американские звезды джаза Мэла Уолдрон и Тавис Минер. Артисты еще готовятся к выходу на сцену, а в их ожидании и зрители запели. Ба-бу-дам, 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 ва-бу-дай, ва-бу-да-бу-ду-вай. What a wonderful world. Дальше не знаю. Hello, Dolly, та-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 та. Та-ву! I got say to see, I love you. Golden Moses, let my people go! Сейчас мы попробуем попасть в гримерку Мэла Уолдрон накануне концерта. Мэла, hello, hello! Hello! How are you? Good, good to see you again. Как ваше утро проходит? Как вы встречаете утро? Oh, it's a morning show. My ritual. First... Сразу я встаю, я пью кофе. Как выглядеть всегда красивой, каждый день? Best way to be beautiful is to know. Главное знать, что ты внутри красив, и это будет всегда на твоем лице. And the beauty will come out. Качественный джаз американки Мэлы Уолдрон в сопровождении Минского оркестра доставил наслаждение ценителям манящих звуков саксофона и эмоционального соло. Изумительная Мэла исполнила и собственные композиции, которые она посвятила своей бабушке и отцу, известному джазовому пианисту. Ее голос просто напоминает, знаете, мармелад такой сладкий и такой вот тягучий. Джаз спокойно, наверное, слушать нельзя. Это состояние души, когда у тебя все... Сидеть спокойно нельзя, когда слушаешь джаз. Джаз, он заводит, понимаешь, и в то же время сам входишь в такой ритм и даже не замечаешь, что ты нажимаешь, как говорится, на курок. Это действительно очень классно, и что у нас именно проводят такие мероприятия, приглашают действительно очень исполнителей классического качественного джаза, это очень приятно. А в этой гримерке премьер-оркестр и наш могилевский любимый джаз-сити-бэнд. Давайте посмотрим, чем же они там занимаются. Тук-тук. Скажите, что надо артисту, чтобы на сцене сохранять вот эту вот индивидуальность джазовую? Джазовую, наверное, быть самим собой и давать больше энергии в 350 раз, чем когда ты исполняешь обычное какое-то произведение. Feels it a-brickin' and everybody shaking, you're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Что делаете? Прямо сейчас вот пишу пост о мероприятии, которое на данный момент проходит. Мы уже отыграли. Да, мы уже отыграли, вот сейчас фотографии. Ваши бэк-вокалистки рассказали, что вы лак наносите еще и на лицо. Это правда? Да. Для чего? Ну, иногда, чтобы там, когда потеешь на сцене, чтобы не смылся тон. Оп! Оп! И в камеру улыбаемся. Я думаю, у нас что-то не то получается. А мне кажется, у нас с вами все прекрасно получается. Это джаз? Конечно. Hit the road, Jay. Cada vez que te veo.